Привет, ребята! С вами Алинка, и мы на канале Сафика 1, 2, 3, 4. И сегодня я буду играть вместе с вами в стендов. И мы будем играть не просто в стендов, а дуэлиться. Я вызову такого, может быть, знаменитого, а может, не особо знаменитого. Ну, если вы знаете этого человека, напишите об этом в комментариях. Я вызову на дуэль в стендов самого Кента! На самом деле, я бы не вызывала его на дуэль, если бы не одно но. Огромное но, я бы сказала. Я прошлую неделю играла только в стендов вместе с Сафиком. Он меня натренировал, показал всякие фишки, которые, наверное, даже сам Кент не знает. А я знаю! Вот, и я уверена, что сегодня я победю, и никак иначе. Но я сейчас такая расхваливаю, потом проиграю, но я не могу проиграть, потому что, блин, меня Сафик тренировал, ребят, сам Сафик. Вот, поэтому мне будет очень стыдно, мне придется сделать харакири, если я проиграю. Продам свой аккаунт. У меня там есть такие ножики. Сейчас, ребята, у Кента проходит стрим. Чтобы с ним сыграть в дуэль, нужно задонатить 500 рублей, что, в принципе, сейчас я и сделаю. Уля говорит, го дуэль. Братан, у тебя 4... Уля, 4 часа онлайна. Да поиграй со мной. Вот у него 4, а у меня 104. Ну, поиграй со мной, давай. Где мой донат вообще? Алиночки. А у нас очередь, Алинулич. В смысле очередь? Ребята, видимо, нужно подождать. Поэтому вам будет буквально одна секунда. Мне, возможно, несколько минут, а может и больше. Поэтому ждем. Ребята, вот и прошло некоторое время, но у вас прошла секунда, я вам завидую. И мы уже с Кентом в лобби, и он уже кое-что написал. Го на авиках, окей. Но я хочу на определенной карте, поэтому... Го обычно у нас инстован. Вообще базара зира. Я должна успеть выбрать спецназ, потому что за спецназ я играю гораздо лучше. Я знаю больше нычек и вероятно, что выиграю гораздо больше. Поэтому спецназ это мой путь к победе. Затеров, конечно, умею тоже играть, но чуть похуже. Ладно, окей. Ребята, сейчас нужно ему немножко показать Кенту этому, что я типа не умею играть. Ну, типа девчонка вообще. Такой, ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Бабах. Ладно, мне, кстати, неприятно. Лучше давайте будем его убивать просто. Все, берем АКР-ку и идем. Просто, спокойно. Надо просто его услышать, и все. И все будет замечательно. А ну-ка. Оп, оп. Линочка. Хана она путная. Попался. А Сафик 1234 мне рассказал про то, куда лучше стрелять, когда он стоит за крабами этими. Я-то думал, что я играю против какой-то ботихи галимой. А тут, оказывается, Алина, пацаны, потеет только так. В принципе, все работает. И где держать прицел? Оп! Ядрить, колотить. Алиночка. Ну, возможно, я зря это сделала. Возможно, он сейчас разозлится, и мне будет чуть-чуть сложнее игра. Возможно, я молодец, и сейчас вам покажу. Самое главное в первом раунде — это забрать это очко, чтобы у тебя было преимущество в следующем раунде. Но для этого нужно подобраться очень тихо. Али, ну куда ты так? Ну как-то. Вайс увизь! Все, пацан, 1-0. Раскидал малую. Ладно, мы даем ему шанс выиграть. Мы просто даем шанс. Но мы сейчас возьмем это. А, раунд номер 2. Берем фомастик, берем хаешечку, флешечку, дымовуху, слеповуху. И прямо сейчас вам покажу киберспортивный раскид. Вначале, ребята, бросаем дымовую. А дальше бросаем слеповую. У меня есть небольшая нычечка, о которой мне рассказал Сафик. Сейчас. Хочу показать нычку, он мне мешает. Он мне тут слеповухами кидает. И дальше вот так вылетаем с ножом. Всю. Идеальненько. Так я ее даже не видел. Это что за хрень? С одного просто с... Алина, не мухлюй! Так я ее даже не видел. С одного просто выстрела. Одна пуля на него пошла, ребята. Давайте попробуем еще раз. Я покажу вам. Да ну нафиг, проиграть девки, это такой позор. Что он там вообще делал? Почему он прятался там? Так, типа, ребята, я спряталась? Все, выдыхаем, спокойно. Спокойно, без агрессии. Только добро и позитив, все. Ариса, два раунда проиграл, так сказать, поддался девушке. Теперь надо камбэчить. Так, ладно, бомбу, слеповуху возьмем. Ну все, поехали. Так, Сафик говорил, что можно кинуть вот сюда. Потом отвернулся от нее желательно. И ждать. Ладно, давайте попробуем снова с моей точечки. Его в темке нет. Он, видимо, больше не будет туда ходить. Фигово. Это моя лучшая позиция.
Нежданчик, да? Бывает такое. Ребят, я выстрелила. Мы не расстраиваемся, 2-2, ничего страшного. Ладно, бомбы пока не будем брать, будем экономить. Вот, побежали. Нужно успеть встать на позицию, понять, где он. 2-2, хорошо. Алина, в принципе, играет нормально. Почему мне нравится играть с девушками? Потому что они всегда играют необычно. То есть, если пацаны, вот всегда, вот я могу предугадать, там, подбирает сюда, бросает, там, грубо говоря, дым. Вот сюда, как скилл бросал, и пропушивают. Или бросает дым вот сюда и пропушивают. То девушки играют максимально непредсказуемо. Ага, понял, понял. Тёмки, а он на Б. Ну ладно, если ты на Б... На Б... Пойдем на Б. Вот она сейчас может быть где угодно. Может быть, я в темке. А ну-ка, выходи. Ля, в натуре. Ха-ха. Охренеть, Иванга. Быш. Побежали. Побежали мы, ребят. Бомбу сюда. Оп. Главное, скинь статрек выстави. Алина, Алина, ну когда все люди вырастут, а? Ладно, 3-3, 3-3, это не так уж плохо. Могло быть хуже гораздо. Но мы не даемся, не даемся, не расслабляйся. Она, кстати, играет очень хитро, прям максимально хитро. Она вначале бросает, грубо говоря, хаешку на лонг, а потом меня пытается обойти через съемку. Ребят, ну не то-то было, кентуха, я перехитрил. Ну-ка. Фух, сейчас бомбу кидаем. Сафик, сенсей, я вас не подведу. Уже на Б, наверное. На Б или в тёмке? Б, в тёмке. Б, тёмка. Б, тёмка. Ага, тёмка. А ну-ка! Всё, мне конец, мне конец. О, давай! Ну чисто после на реакции забрал молодую. 4-3. Сенсей, сейчас все будет. Сенсей, давай. Я вас не подведу. Взяли, взяли. Поймал на ошибке. Слушай, я думаю, может мне авик взять? Хотя, со второй стороны, если я сейчас авиком солью, у меня тогда будет мало денег. Не, давайте, наверное, рисковать не буду. Давайте в этом раунде еще поиграю с М16. Ну а потом уже возьму авик. 4-3. Это очень фигово. Когда меня кто-то обгоняет, я начинаю нервничать и совершать ошибки. Когда ты совершаешь ошибки, то ты не можешь убивать. Поэтому воспользуемся этой нычкой. Охренеть. И 4-4. Понял, принял. Все, берем авик. Все, Алин, ну ты реально разозлила мне монстра. Я беру АВМ. Пока что нормально, ребята, не совсем все плохо. Ребята, в стендов главное это скорость, тайминги. Кто первый заметит, тот мало... Дец! Пепа вонища. Хана, я не знаю. Это просто резко, так девушки играют, пацаны. Да блин, если так девушки будут играть, тогда что делать мужикам? На кухню идти или что? Офигеть, Алина. Ну ты и киберспортсмен, что вот так я тебе скажу. Счет 5-4. Алина потеет, старается, и даже у нее это получается, потому что она, пацаны, она побеждает кента. Бомбу кидаем и ждем. Давай. Это на П. Или не будет? Ай, хорошо, 5-5. Ай, да мы красавчики, пацаны. О, кстати, позиции тоже очень важны. Вот такая моя позиция была супер невыгодная. Я его не увидела, а он меня увидел. Ну, как бы опять 5-5. Ребята, все пока что ровно. Слишком жаркая катка. Ну что, воспользуемся опять нашим любимым местом. А ну-ка, выходи. Он на Б, понятно. Я тебя увидела. О, Алина, я тебя такого не ожидал. Чисто, ребят, Алина начала ниже пояса стрелять. Алина, Алина. Ах ты, бесстыжая эта девушка-то такая. Надо сейчас не упустить шанс и обыграть гранаты. У меня все есть, в принципе, как... Все хорошо, хорошо, что у меня все есть. Ладно. Мы немножко... Я, кстати, редко этим занимаюсь, простреливаю вот эту... Алина, мне это не нравится. Ты где там запряталась? Где-то шифруется. О, клавишка. Видел, видел. 5-7. Проиграть девушке. Сейчас, сейчас, все будет так. Пистолет возьмем. Сейчас, сейчас. Мы его нагнем. Так, все, пацаны, поехали, потеем. Алине надо дать по жопе. О, мой друг, снова на позицию становимся. Пожалуйста, будь здесь. Давай закончим это очень быстро. Видимо, прячется. Видимо, он сейчас реально испугался и будет сидеть. Он, наверное, на Б все-таки где-то сидит, где непонятно. Ну, а ну-ка, ну вылезь, ну пожалуйста, ну Кент. Ну, кенточек, давай, выходи, Кент. Ну, Кент, выходи.
И в Тёмке тебя нет, и тут нет. Приходится бомбу кидать. А потом слеповуху сейчас кинем. Ну давай, ну кинь, ты выходи. Чё, мне по правилам надо? Ну, Алин, ну что ты бросаешь флешечки? Это лучшая комбинация сейчас будет, смотрите. И вот сейчас дымовую кину. Вот, оп, сюда. Просто идеалити, идеалити. На Б сидит. Понятно, где сидит. Ах ты, крыса. Ну-ка, выходи. Давай, давай, давай. Попу покажи хотя бы. Хана я бот. Ребята, я считаю, я молодец. И Сафик 1, 2, 3, 4 просто лучший учитель. Рисалина, пацаны, тупо меня унизила. Просто уничтожила, тупо размазала, ребята. Спасибо, голды не надо. Я просто трындец. Спасибо, голды не надо. Я себя чувствую использованным. Алина меня вырвала и чисто пропала куда-то. Ребята, это была действительно огненная катка. Просто жаркая. Девочка смогла обыграть кента, и я довольна собой. Но если, ребята, вы хотите, чтобы я еще с кем-нибудь сделала дуэль, напишите об этом в комментариях. Прям так и пишите. Дуэль и с кем? Подписывайтесь. Прожмите лайк. Тыкайте на пулю, конечно. Возможно, там крутой ролик. Ну, в смысле, возможно, 100%. Если ты сейчас тыкнешь и посмотришь его первым, потому что рассказывайте своему другу, какой там крутой видик. Тыкайте, ребята, тыкайте. И вообще не пожалеете. Всем пока!